День рождения на Гавайях? Поздравляю, детка. У нас для тебя еще один сюрприз. Мы нашли того, кто отвезет нас на остров. Что бы ты без нас делала? Только это должен был быть сюрприз. 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 Вы слышали про этот курорт? Вы там были? Выдумывает всякое. Откуда вам знать, что там нет призраков? Я этого не говорил. Если хотите вернуться обратно, смотрите, не опоздайте на лодку. Мы первые, кто ступил на этот остров после того, как его закрыли. Что тут произошло? Десятки необъяснимых исчезновений. Местные утверждали, что видели здесь девушку с половиной лица. Да нет тут никого. Отель как отель. Никаких призраков. Сказки это все. А ты думал, они выйдут тебя встречать? Надо собираться домой. У нас же есть еще время. Погода тут какая-то странная. Что-то не так. Ребят, вы уверены, что мы отсюда пришли? Там кто-то есть. Кто это? Походу, нас всех дико глючит. Вытащите меня отсюда! Девушка с половиной лица – это не легенда. Бри?